Тарбагатайский район. Официальная численность населения около 17 тысяч человек, 23 населенных пункта и всего несколько автомобилей скорой медицинской помощи, расположенных в райцентре селе Тарбагатай. С недавних пор гараж фельдшерского пункта пополнился двумя современными каретами. Машины изнашиваются быстро. По 7, порой и по 14 вызовов за сутки приходится обслуживать машинам скорой помощи. А география какая? Вот, география в том числе, что район расположен довольно большой, протяженность района, плечо самой дальней точки 40 километров. Еще плюс 40 до города, если случай тяжелый, например, инсульт или ДТП. Водитель скорой вспоминает, как благодаря современной технике, а главное мобильности, удалось спасти жизнь. Вот недавно было ДТП в Кунале, большое ДТП было. Один парень был живой, вот, быстро довезли его до города, сдали живой. А, удалось, да, спасти? Да. Когда речь идет о меньших рисках, то пациентам помогают амбулаторно, по необходимости госпитализируют. Местная больница имеет около 40 коек мест. Давайте давление померим для начала. Боли в груди нет у вас? Нет. Нам поступит еще дополнительные 9 машин. Эти 9 машин мы распределим в большей степени городу, с учетом того, что мы ранее машины распределяли по всем районам, но и территориальным центром медицины катастроф. Новые автомобили ожидаются в ближайшее время. Распоряжение Минздрава России уже подписано. Как говорят работники медучреждений, с каждой новой каретой скорой шансы на спасенную жизнь увеличиваются. Баир Цыдыпов, Александр Лупсанов. Новости дня.